чтобы пронести портреты наших прадедов, дедов, отцов. Мен азыр Новгород областынын Стара Русь шаарында жүрөм. Кечээ 7-чи майда Давыдова кыштагына келгем. Анткени бул кыштакта менин чоң атам Үмүтаалы уулу Бекиевтин сөөгү коюлган. Ошол милдетимди аткаруу үчүн, ошол неберелик парзымды аткарай үчүн кечээ Давыдова шаарынын айылына барып, атамдын мүрзөсүнө топурак салып, гүл койдук. А бүгүн Стара Русь шаарындагы ошол 9 май майрамына байланыштуу митинг реквиемге күбө болуп катышып отурабыз. Бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается. Внимание! Объявляется 5-минутная готовность. В 11:15 колонна бессмертного полка начнет свое движение по маршруту. Улица Минеральная, улица Гостинодворская, Соборная площадь. По ходу движения будет сделана остановка у парка Победы для возложения венка вечному огню. 9 мая 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения барда Булата Жалвовича Акуджавы. Русский советский поэт, композитор, литератор, прозаик и сценарист. Автор около 200 песен, написанных на собственные стихи. Поэт родного поколения. Творческое наследие Булата Акуджавы поистине огромно. Но ни один праздник День Победы невозможно представить без его песни «Нам нужна одна победа», написанной для художественного фильма «Белорусский вокзал». Одно на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все же Стара Русь шаары Новгород областы 9 май майрамына арналган салтанат. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Лишь только бою газ, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все ж бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельно. Стара Русь, Россия. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие правдила. Стара Русь, Россия, Новгородская область. И не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Бессмертный полк, слушай мою команду. Налево! Ждем команду к началу движения. Все, кто еще не присоединился к шествию, просим встать на берегу.
Уважаемые участники бессмертного полка, здесь мы уже построились в самом начале, поэтому присоединяйтесь. Хвостик полка, проходим вдоль полка, ищем, где у него хвостик сейчас находится, где-нибудь ближе к улице Бетховена. Или ждем, пока хвостик здесь появится, за ним пристраиваемся. Принцип построения: 6 человек в шеренге. Во время движения держим дистанцию, между шеренгами 2 шага. Тролли? Тролли. Басаверес. Медсестралар Гельшкирикович. Располагаться, потому что на площади нам надо будет миновать очень узкое место. Чем уже мы стоим, тем лучше будет нам потом перестраиваться. Мы сейчас пойдем. Тети уламла мөтөт оштон экен, оштон аялыч. Ава? Ады там. Сиз WhatsApp-тан мага жазып койсоңуз, Асель деп жазып турам. 0707. Билмейм. А кайерде экен? WhatsApp-ка деп эле. Ана ни? Биз келген шаарда бессмертный полк маршы башталды. Эл ушунчалык көп. Мына сиздер өзүңөр көрүп атасыздар. Жилектер мына. Здравствуйте, праздником. Өлбөс полк иш чарасы башталды. Кыргызстандан келген Жукеевтерди билесе, эң биринчи катарда кыргыз туусун көтөрүп Жукеев аталардын үй бүлөсү дагы бар. Келетат мына. Атам бир карансың, мен айтып салам. Ана. Города Старая Русса. Не забыли нашу старорусскую лань.